Добралась я до музея. Значит, вот здесь такая площадь, идет реставрация, что-то сносят, что-то правят. Вот, собственно, музей. Вот там тоже какие-то здания интересные. Не знаю, сейчас пока вот только подъехала. Вот он, Догра Арт Мьюзиум. Сейчас посмотрим, что же за арт там такой волшебный. Да, площадочка, конечно, очень что-то прям неуютная. Что-то тут совсем прям в стройках, в ремонтах. И музей, конечно, прям прикрыли. Сюда даже подъехать нельзя. Вот я даже сейчас пешком шла. Вот тоже какое-то здание, видимо, библиотеки тут еще какие-то есть. Так, ну сейчас буду показывать вам красоту уже внутри. Само, на самом деле, сам дизайн. Ну вот они даже, ну как бы им пофиг, то, что я иду, разговариваю, видео записываю. Ну просто подъехал, типа, а ты откуда, а ты откуда? Вот прям им очень интересно. У меня здесь появилась новая правильная ответа на эту вопросу. Ты откуда? Я говорю, я с неба прям, прям с неба. Вот, кто поумнее шутит, да не, мы все оттуда. Я говорю, ну вот мы все оттуда. Красиво очень. Вот здесь. Так, ну все, заходим внутрь.